Здравствуйте, друзья! Сегодня мы нарисуем с вами цветочки. Мы берем акриловые краски или гуашь и рисуем солнышко. У нас будет с вами взгляд снизу, как будто мы лежим на травке и видим солнышко сквозь травку. Рисуем щетиной кисточкой, добавляем белый цвет, рисуем солнышко. Все светлее и светлее. Внутри у нас более желтее и по кругу у нас добавляем беленького, красненького, чтобы получался оранжевый, светлый, и лучики солнца распространяются по листику. Еще беленький, красненький, розовенький, синенький, и получается у нас фиолетовый, ну почти синий. И также мазочками мы по кругу идем, распространяем мазок за мазком. Создаем круговое вращение воздуха, мазочки немножко находят на солнышко по краям и даем такое лучистое пространство, небо. Я использую кармин. Краску можно фиолетовую, можно светло-розовую, голубая ФЦ у меня, можно голубая просто и желтая. И вот к низу я немножко больше кармина добавляю, получается фиолетовый, более потемнее. И мы еще пройдемся желтеньким по поверхности, чтобы солнышко распространялось, пожелтить. Поделать живописность. У нас высохло. Надо подождать, чтобы высохло. И вот у нас высохло. И теперь зелененьким цветом мы намечаем стебелечки по кругу. Мы же лежим на травке и смотрим на солнышко сквозь траву. И поэтому мы видим по кругу, как расположено растение. Намечаем стебелечки цветов. Зеленый мы смешали желтый с голубой. И рисуем цветы. У нас будут васильки, ромашки и гвоздички. И вот компонуем стебелечки. Ну, теперь мы синее смешиваем с беленьким и рисуем василек. Тоненькой кисточкой у меня синтетика. И вот такие игольчатые листики. Немножко карминчика добавляем. Получается фиолетовый у основания цветочка. Переходим к другому цветочку. Так вот мы и рисуем василечки по кругу. Где-то добавляем больше кармина, чтобы были разные васильки. Где-то беленький, чтобы объемчик ощущался у цветов. Смотрим, где бы еще нам нарисовать василек. Вот на этом месте как раз напрашивается. Но у нас, заметьте, мы еще
Будем другие цветы рисовать. И ромашки, и гвоздички. Поэтому надо оставить место для тех цветов. Ну вот у меня еще и клевер. Так что вот игольчатый мазочек, получается клевер. Чуть-чуть красненького, беленького. И кончик клевера светлее делаем. Так, где же еще расположить? Ну, вот здесь я расположу. Так, здесь будет гвоздичка. Она немножко похожа на василек, но более раскрытый такой цветочек. Как солнышко. Ну, вот, смотрим, где у нас можно еще нарисовать гвоздичку. Так вот идем по кругу, компонуем, смотрим композиционно, где можно нарисовать цветок. Чуть-чуть добавлю туда беленького на кончиках. Так, желтый с карминчиком. И вот нарисую серединку ромашки. И в самый раз нарисовать лепесточки. Белые. Немножко они в перспективе будут. В наклоне ромашка. По кругу. Прохожу мазочками. Так, создаю немножко объем. Добавляю синенького по центру каждого лепесточка. Смешиваю желтый с зеленым и рисую лепесточки. Получаются такие звонкие салатовые лепестки цветов. Наполняю нашу картинку листиками. Смотрю, где надо добавить, обогатить растительностью нашу композицию. Какие-то соломинки, травинки. Это как букетик в поле. Украшаем всякими метелочками, колосками. Где-то можно вот такой боковой частью кисточки проводить от большего мазка к меньшему травинки. Очень интересно, живописно получается. Когда кисточка грязненькая, один конец окунуть в одну краску, а другой конец в другую. И получается такое радужное сочетание. Ну, вот так вот по кругу я прохожу еще. Добавляю цветочков, лепесточков. Ну, серединку, конечно, васильков. Светло-фиолетовые. Что-то мне здесь не хватает. Вот думаю, наверное, нарисую я. Еще таких зелененьких метелочек. И вот так вот. Прохожусь светло-салатовым цветом. Ну и совсем что-то тут не хватает. Я думаю, что здесь в самый раз нарисовать пчелку. Красным, кармин. Кармин с желтеньким смешиваю, нарисую тельце пчелки. Больше синего в кармин. Нарисую полосочки. Голова с усиками. Ну и крылышки, конечно. Это оживит нашу картинку.
это даст больше романтики, шарма. Серединку у ромашки сделаю объемную. Еще придам объем лепесточкам. Ну и клевера добавлю еще темненьких масочков. Ну, теперь смотрим, как получилось. Ах, вроде неплохо. Рисуйте, и у вас все получится. Всего хорошего!